Я буквально неделю назад был на фестивале «Атлас Уикенд». Это было здорово, круто. Я надеюсь, что Мариуполь возобновит эту традицию проведения фестиваля. И у нас это будет не единственный фестиваль, а их будет много. Мне очень нравится, что сегодня видно луну и море. Это было круто. Я думаю, что это здорово, на самом деле. Тусня! Весело и людно, просто класс. Я думаю, что это новый виток, это начало только. Это только начало всего. Если это будет охрененно, это все охрененно. Это просто, это экшен, класс. На самом деле людей достаточно, они распространились по всей территории, это очень круто. Вот, но я думаю, что это не предел. Нам очень приятно, что вы такие... Открытые. Мне нравится то, что в городе Мариуполе в связи с тяжелой обстановкой можно все-таки провести такие прекрасные фестивали, как сегодняшний. Знаете, самое хорошее то, что я с другого города приехал сюда для этой приятной обстановки. Куда приехали? Одессы. Одессы, в Мариуполь? Да. Своего моря не хватает? А я люблю все моря Украины. Ты сегодня пришла с мамой, потому что одну бы не пустили, да? Да. Фестиваль. Без вас мы не пришли. Да, классный фестиваль, спасибо. Действительно положительная нота в настоящее время в нашей ситуации, да, на Востоке. Очень здорово, столько позитива для всех. Все довольны, все рады, все прыгают, пляшут. Ура! Молодцы! На двое детей дома, а мы здесь. Как вас дети отпустили гулять? А мы им не сказали, они бы тоже захотели. Ощущения какие вообще? Что? Супер! Хотим на следующий год то же самое. Круто, супер! Живем! Живем! Я ее брендировал для того, чтобы получить бесплатные билеты на концерт. Здесь очень много людей, позитивное настроение. Народ веселится, отдыхает, прикольно проводит время.